Привет. Я, значит, зашла в лес. Вот наша деревня. И смотрю, деревья все уже желтые, красные. Осенью пахнет. Иголки желтеют. Вот. Такая красота в лесу. Воздух такой хороший, свежий. А это я. Я иду в лес за мхом. Мне надо для орхидеек. В общем, мох. Сейчас попробую поискать. Я не хочу покупать. Потому что мы вот за корой ходили тоже в лес. Собирали сухую кору сосновую. Вот. И, значит, вот тоже. Смотрите, какая красота. Такая вот красота в лесу. Вот. Мы сосновую кору тоже собирали здесь в лесу. Я так это немножко потрёпанная. Вот, купила краску для волос, потому что все седая. Но никак не покрасилась. Мы вчера делали вот маникюрчик такой. Решили после огорода немножко красоту навести. Вот. Не знаю, наверное, камеру будет трястись, буду идти. Такая вот красота. Вот. Красиво, ну очень красиво в лесу. Вот я иду за мхом. Вот. Я вот нашла на деревьях вот такой вот мох. Я не знаю, пойдет он, не пойдет. Вот. Ну, другой что-то я здесь не вижу. Здесь вот тоже что-то есть такое. Ну, я не знаю, это мох или что. Вот это вот. Ну, что-то такое оно колючее и сухое-сухое. Это, наверное, тоже мох. Ну, я, наверное, сейчас деревьев соберу. Вот такая вот красотища. Вот. Я мешочек вот. Вон кусочек положила. Вот отодрала от дерева. Ну, тут немножко как земля вроде есть. Придется, наверное, дома как-то. Ну, все равно его промывать надо будет. Ну, вот почему-то тут... То ли это кора такая гнилая. Это не земля, это кора гнилая. Вот. А здесь вот отодрала я. Но здесь она что-то с плесенью идет. С плесенью я брать не буду. Я вот смотрю, где чистая. Вот. Это береза. На березе. Вот. Ну, в общем, я сейчас наберу мешочек. Немного. Дома промою. Я смотрела в интернете, как там девочки вот в лесу набирали мох, дома его промывали и потом ложили в орхидейки, в горшочек. Вот такой вот мох. А вот. Вот еще нашла столько моха. Сейчас, наверное, вот сдеру с этого дерева. Так, по-моему, тоже береза. Ну, такая вот уже. Как старенькая, что ли. Я уже вот только собрала с того дерева. Вот. Муха привязалась. В лесу даже мухи есть. Ну, в общем, сейчас я соберу этот мух и пойду домой. Собрала вот целый пакетик. Сухой. Я его дома промою. Иду обратно домой. Такая красота в лесу. Вот. Надо, наверное, сфоткаться. И что-то прям как-то не хочется. Вот сверху. Дубы. Сосны. Вот сосна. Очень красивая, когда вот так вот смотришь отсюда. И вот все равно как-то камера не передает вот такой вот этой вот красоты.
Когда смотришь просто глазами, намного красивее. Вот. Ну. Дорога, дорога домой. Вот. Иду в деревню. Я вчера вечером своей орхидеечке смотрела очередное видео по орхидеям. Решила проверить свои орхидеечки. Я их купила по уценке. Вот. И, в общем, решила, оказывается, как новичок. Я ничего не зачистила. Просто пересадила. Стаканчики убрала. Но там кое-где какие корни гнилые убрала. И все. Вчера я решила доставить все свои орхидеечки из грунта. Все зачистить. Все. Все там чешуйки, все листики. В общем, все убрать, все удалить. Вот, у меня начал тоже падать тургор. У некоторых листиков, некоторые пожелтели, скинули сами. Вот, а некоторые, значит, я сама удалила, чтобы они дали новые корешки. Потому что у большинства орхидеечек, в общем, корешки очень плохие. Я сейчас приду домой и покажу. Вот. В общем, чтобы у меня сверху, я хочу убрать мокрую пяточку, чтобы корешки не гнили. Вот, и, в общем, хочу сверху положить вот мох. Сейчас прыскаю, потому что дома осенью еще не каждый день топится, дома холодно. И мне кажется, что вот вода холодная, остывает. Вот, и поэтому, в общем, им как-то, мне кажется, холодно и некомфортно. Вот, я зашла в деревню. Вот мне сюда. Вот. Вот я дома. Это белая орхидеечка у меня. Вот это. Я ее зачистила, всю вытащила. Корешки у нее там осталось там один или два корешочка. Я хочу, значит, нарастить у нее шейка. Вот там у нее все открыто. И чтобы вот у меня этот кора, значит, не сохла, я хочу положить вот этот вот. Я хочу положить мох. Вот. Ну, вот там вот у меня. Вот шейка все открыта. Я ее зачистила. Я хочу, ну, чтобы она нарастила новые корешки. Ну, не знаю, как это получится, не получится. Потом у меня вот тоже тургор упал, но не совсем. Вот у этой орхидеечки. Вот она уже отцветает. Вот. В общем, ну, тургор у меня вот у этих листиков упал. Вот, и, в общем, ну, вот эту орхидейку я вчера не вытаскивала, не смотрела. Я вытащила вот эту желтую орхидеечку. У меня она пустила вот листик новый. Вот, и, в общем, там есть корешки. Я просто ее посадила. Она дала новые там вот корешки. Вот, и, значит, еще хочу показать фиолетовую орхидеечку, которая у меня стоит в воде. Я ее вот так поставила. Шейка у меня не в воде, но она черная, потому что я ее еще не зачищала. Я только вчера посмотрела видео. Вот, и, в общем, тоже у меня упал тургор у листиков. Вот этот листик еще ничего, остальное я удалила. Вот, и, в общем, хочу, значит, зачистить вот эту орхидеечку. Вот, вот так вот она выглядит. Корешков тоже нету, два только здесь, и вот там еще так немножко. В общем, тоже хочу нарастить корешки. В общем, я ее сегодня хочу посадить. Я у одной видела, она вот так держит орхидейки в баночке. Видео видела. Вот. Ну, в общем, что-то не знаю. Мне этот способ как-то не очень-то нравится, потому что шейка все равно почему-то мокреет. И она это мокрая. Вот. И, в общем, сегодня я ее посажу. И сверху вот я хочу, чтобы у меня вот кора не сохла. Вот она у меня сохнет сверху. Я прыскаю каждый день. По чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот. И, в общем, хочу... Вот здесь я уже слила воду. Хочу слить воду, положить сверху мох.
И буду наблюдать. Но вот эти листики вот прям хорошенькие. Ну, в общем, посмотрим. Хочу нарастить корешки. Я посмотрела, у других реанимашки были. Вот, ну, в общем, я решила спасать свои орхидейки, потому что, когда я достала их из горшочка, корешки почти все были гнилые. Я не знаю, может быть, это моя вина. Ну, они у меня просто стояли в мокрой пяточке. Ну, в общем, а сейчас уже все-таки осень. И дома прохладно. И, в общем, такой жары нету. Может быть, поэтому у меня корешки подгнили. А может быть, когда я пересаживала как новичок, ничего не знаю. В общем, такой, какие корешки удалила, а остальные оставила и посадила, видимо, я с гнилыми корешками. Вот, и, ну, в общем, вот сегодня вечером еще буду опять заниматься, потому что днем мне некогда. Вот, ну, в общем, как-то так. Всем пока-пока. Вот, я хотела еще показать. У меня в воде, в баночке на кухне, здесь стоит вот орхидейка в воде. И вот она не вянет. Я ее поставила, жалко было ее, потому что корней у орхидейки не было. Пришлось, я показала, это орхидейка, которая у меня стоит в воде. Там у нее совсем нет корней, и пришлось цветонос отрезать и поставить в баночку. Вот так она у меня прекрасно себя чувствует в баночке с водой. Всем привет! Сегодня я хочу показать результат моих, в общем, уцененочек. Вот эта уцененка у меня вот растет, стоит, корешки хорошие. Вот эта уцененка тоже пустила вот листик. Вот. И две уцененки у меня, значит, погибли. В общем, у одной вот сейчас оторвался листик. Вот. Остальные листья я удаляла по мере их высыхания. Вот такая вот черная шейка. Вот. Ну, в общем, вот корешок еще есть, но там все такое твердое, все черное. Я пыталась что-то там отодрать, что-то сделать. Даже сходила за мхом. В общем, помещала его в мох. Ну, в общем, это бесполезно. Я покупала их зимой, в феврале где-то, наверное. Вот. Или в марте, я что-то уже забыла. Вот, и, в общем, и вот эта орхидеечка, я как-то видела в интернете, вот так листик ставит, значит, в эту воду. Вот, и, в общем, вот так вот. Шейки нет, я ее отрезала. Но мне кажется, он погибнет, этот цветок, потому что у него нет ни шейки, ни корешка. Мне кажется, он просто отвалится. И хочу, я побрызгала это свои листики, опрыскала. Вот, и вот так вот палочкой хочу убрать. Вот. В общем, сейчас выключу камеру хорошенько, уберу водичку. Вот. В общем, так. Всем пока-пока.